Вот, весь комплект макивары находится в этой сумке. В этой сумке находится как непосредственно сама макивара, так и крепления, предназначенные для закрепления макивары на дерево. Вот на эту пальму я буду крепить ее. Ну и на какие-то деревья вот здесь вокруг. То есть я на разные буду пробовать. Я вот так вот подобрал, думаю, что вот на это тоже будет нормально. А вот здесь непосредственно я живу, здесь есть тоже столбы, которые держат кровлю. На них тоже можно запросто крепить макивару, но под открытым небом, мне кажется, будет лучше качество записи и вообще приятнее будет заниматься.